Маршрутка для инвалидов появится в Иванове. Один из перевозчиков приобрел специализированный автомобиль. Он вмещает 7 человек, оснащен пандусом, по которому может проехать инвалидная коляска, и всеми необходимыми системами безопасности. Есть места для сопровождающих. Водитель сейчас проходит профильное обучение. По словам перевозчика, цена такого особенного транспорта более 1 000 000 рублей. Если спрос на услуги будет высоким, возможно, закупит еще одну машину. По городу она как бы планируется будет курсировать по 7-му маршруту, потому что маршрут охватывает большую часть как бы нашего города, и поэтому вот как бы решено поставить туда ее. И будут приниматься отдельные заказы для перевоза пассажиров вот таких с инвалидными креслами. Это будет размещена информация в машине, и там мы с администрацией это дело обговорим. Возможно, на остановочных пунктах развесим информацию. Цена билета для пассажиров стандартная – 19 рублей. При индивидуальном заказе сумма не будет превышать цену за услуги такси.